Пожалуйста, Хасавюртовская центральная районная больница. Кафсарат Исаковна, Шойбова. Уважаемый Владимир Владимирович, докладывает исполняющий обязанности главного врача Хасавюртовской центральной районной больницы Шойбова Кафсарат Исаковна. На территории села Батаюрт Хасавюртовского района завершено строительство многофункционального медицинского центра на 62 койко-места. Благодаря военным строителям был создан современный медицинский центр, не имеющий аналогов в регионе. Отдельную благодарность хотим выразить министру обороны Российской Федерации, военно-строительному комплексу Минобороны России, особенно от медицинских работников и всех жителей Республики Дагестан за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Медицинский центр построен в кратчайшие сроки, оснащен всем медицинским оборудованием, и сегодня он полностью готов к оказанию высокотехнологичной помощи в лечении самых различных патологий. Что очень важно, новый медицинский центр позволит дополнительно охватить диагностикой и качественным лечением населения горных районов. Еще раз благодарю вас за оказанную помощь республике. Это непростое время. Доклад закончил. Спасибо. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо.